Стихи есть в каждом из нас. В Городецком районе завершился грандиозный фестиваль «Вафест-2016». На Горьковском море на 4 дня с 30 июня по 3 июля съехались несколько тысяч человек из разных уголков Нижегородского региона, России и даже мира. География – это далеко не Нижний Новгород, это вся Россия, это ближнее зарубежье, это приглашенные гости из Штатов, из Японии и так далее. То есть география – это весь мир. Публика фестиваля, что называется, на любой вкус и цвет. Участников можно условно разделить на два лагеря. Одни приехали просто отдохнуть от трудовых будней под лучами летнего солнца. Другие остановились здесь в поисках новых приключений и ярких эмоций. Четыре стихии – вода, воздух, огонь и земля – объединяют всех. Всевозможные мастер-классы, тематические игры, шоу и программы. На фестивале «Вафест» каждый обязательно найдет что-то для себя. Отдых души и тела без вредных привычек и в условиях полной чистоты обеспечен. Я здесь в первый раз. Здесь Горьковское море рядом, лес открытый, свежий воздух. В первую очередь агитация против наркотиков, алкоголя. То есть здоровый образ жизни, здоровая молодежь. А этот фестиваль, он не направлен на какое-то конкретное действие или какой-то образ. Это очень такой разносторонний фестиваль, и каждый, и байкер, и родители найдут для себя что-то интересное. На разных площадках фестиваля каждый участник может попробовать открыть в себе новые возможности. К примеру, еще вчера ты только завороженно наблюдал за фаер-шоу, но уже сегодня ты буквально един с красотой и силой огня. Подготовка к столь масштабной программе фестиваля всегда особенная. Ведь чтобы создать целый лагерь, в котором не то что место, но и незабываемая атмосфера сполна хватило всем, должна хорошо сработать команда организаторов. Подготовка фестиваля – это достаточно длительный процесс. Сначала заезжают строители и оформители, и делают эти замечательные красивые куклы и прочие разные здания. Оформляют все, расписывают. Потом приезжают техники для того, чтобы наладить электричество. Это примерно за 2 недели мы начинаем работать, а потом приезжают все остальные волонтеры. Это экологи, коммуникаторы, кухни и прочее. И уже начинается основное движение, и все уже начинает выглядеть так, как выглядит сейчас. Столь разноплановый фестиваль не обходится и без творчества. Музыка и танцы совершенно разной тематики буквально пронизывают насквозь. Единение с природой и со стихиями заражает позитивной энергией. Заключительным этапом «Вафеста» стал большой перформанс. На сцене около 2 часов без перерыва выступали профессионалы всех творческих групп фестиваля. Поток движений, ритмов и красок не оставил никого из гостей фестиваля равнодушным.